Всем привет! Сегодня хочу показать вам свой заказ из магазина Ля Редут. У меня в блокноте есть прям такой список. Это не то чтобы wish-list, это скорее такой must-have-list. Там именно то, чего мне не хватает в гардеробе, либо же я хочу, например, на более качественное заменить. И в этот раз я такой заказ сделала, что там все, кроме ремня, по-моему, как раз выполнение пунктов вот из этого списка. Так что давайте уже скорее смотреть, что там. И первая вещь, это был вот такой топ очень красивый. У меня в списке как раз был именно шелковый топ универсального оттенка, какого-то нейтрального, который будет легко сочетать хоть с джинсовкой, хоть с моими любимыми блейзерами, хоть с костюмами, в общем, с чем угодно практически. Именно из матового шелка, потому что гладкий и блестящий, он немного другой эффект в образах дает, он более, что ли, так нарядно и броско смотрится. В общем, у него там свои преимущества, у матового, соответственно, свои, то есть он более такой универсальный. Ну и вот как раз у Ля Редут я нашла прям то, что мне было нужно. У него еще это очень красивая деталька в виде пуговок, обшитых тканью, мне безумно нравится, как это выглядит. Топ сам по себе прям какой-то супер нежнейший, легчайший. У меня, наверное, из всех шелковых вещей, что у меня есть, вот этот вот сам такой тоненький, нежный. Здесь, кстати, спереди еще есть вот такой двойной слой ткани, то есть если грудь небольшая, то ничего не будет просвечивать. Высота лямок регулируется, и размер я взяла их 36, UK 8, это на размер больше, чем я обычно ношу, чтобы он сидел так посвободнее чуть-чуть. Еще одна у меня тут красивая вещица лежит в похожем, очень приятном оттенке. Какой-то он такой сложный, очень красивый, пыльно-розово-сероватый, что ли. У топа, кстати, оттенок чуть похолоднее, но тоже очень красивый, такой сложный, нестандартный какой-то. Так вот, небольшая замшевая сумочка. Для меня один из самых универсальных вообще типов сумок, именно вот в замше, именно в каком-то нейтральном цвете. Я давно уже показывала свою серую заровскую, тоже замшевую, но она, к сожалению, достаточно быстро убилась, что, в принципе, мне не мешало ее дальше носить, но, конечно, вид там уже не тот. Причем ту сумку я даже рискнула постирать, потому что она такая бесформенная была сама по себе. Но могу сказать, что особо ничем хорошим это не заканчивается. Вот эта вот сумка тоже, конечно, нежнейшая, светленькая. А мне она больше нравится по форме, она такая более жесткая уже. Но вместе с тем здесь есть вот такие детальки в виде бахромы. Очень, конечно, красивая, универсальная. Постараюсь с ней как-то более аккуратно обходиться, уже имея опыт с такими вещами. Но на самом деле я ее уже в первый же день уронила благополучно в машине на пол. Такую сумку практически в любой образ, в теплый период, вот особенно летом, это, конечно, одно удовольствие использовать. Так она красиво, презентабельно и вместе с тем мягко смотрится. Очень крутые белые джинсы-килоты. Здесь белый, он такой, скорее, молочный. Очень приятный оттенок, который, мне кажется, всем идет. У меня вообще почему-то именно такой фасон вот на протяжении уже достаточно долгого времени стал просто любимейшим. Я джинсы-килоты просто обожаю и поняла, что на теплое время, на лето я себе хочу прям белый вариант, чтобы это как-то еще более свежо, интересно можно было в образах обыгрывать, но вообще просто они красиво смотрятся. Мне принципиально было, чтобы это были именно джинсы белые, то есть не брюки. Я не хотела себе никакой тонкий вариант, тем более у меня длинные белые брюки есть, льняные. А мне нужен был именно плотный вариант из денима. И как раз на сайте я увидела очень подходящую модель, но написано было, что это просто брюки. И что вы думаете в итоге? Проверяю отзывы, и там как раз кто-то ругался, что заказал эти брюки, а на деле это полноценные джинсы плотные. Тут уже я обрадовалась, поняла, что да, это шанс, надо брать. Скорее всего, деним это и есть. Шикарно просто сели на фигуру. Мне безумно понравились, очень стильно смотрятся в образах. Я, правда, еще подумываю, может быть, мне края у них обрезать, чтобы они были и покороче, и край был необработанный. И вот как раз та вещица, которая у меня в списке не было, но так как я обожаю в образах применять ремни, некоторым образом такой аксессуар прям сразу плюс 100 к стилю придает. И на сайте в этот раз я увидела вот такой красивейший вариант, он очень необычный, как видите, у него нетривиальная двойная застежка, он средней такой ширины, не слишком широкий. В общем, действительно здоровская стильная вещица, очень здорово будет и с платьями, со свитерами, с верхней одеждой. Но с ним случился небольшой фейл. Если вы меня смотрите, вы знаете, что я советую ремни обычно брать на размер на 2 больше, для того, чтобы в холодное время их можно было запросто носить с кардиганами, свитерами, верхней одеждой особенно.
Так вот, в этот раз я последовала своему же совету, конечно. Это размер вроде бы 90 сантиметров. И, к сожалению, в данном случае моя схема не работает совершенно, потому что его никак нельзя поуже затянуть. Сзади идет просто вот такая вот резинка, спереди вот это крепление, и его меньше никак сделать нельзя, только больше. То есть мне просто надо было брать самый маленький размер, и за счет резинки вот этой и застежечек он спокойно бы налез у меня на любую верхнюю одежду. Короче, я на кадрах с примеркой просто сжала вот эту резинку, чтобы показать, как он вообще выглядит на теле. И планирую его в ближайшее время отнести в ателье, чтобы они мне какой-нибудь защип, наверное, сделали вот на этой резинке и прошили ее. Лишнее, получается, просто вот так отрезать можно будет, и думаю, что все будет супер. Дома руками это, наверное, бесполезно будет прошивать, потому что, мне кажется, он не выдержит. Но так, конечно, очень крутой, так что если кому понравится, берите свой размер. Сейчас вам буду свое самое любимое показывать. Две пары обуви. Первая пара, просто мой давнейший обитатель must-have листа моего. Это хорошие, стильные, красивые формы леопардовые лодочки. Честно, вот нигде не могла найти подходящие, либо же размера не было. И вот на Larry Dude увидела эти. Я прям в восторге. У них идеальная расцветка, у них идеальная форма, длина носика. Достаточно глубокий и красивый вырез. Я обожаю такие вырезы у лодочек. У них средний каблук. Вообще тонкие не очень люблю, но так как я такую обувь все равно не планирую носить прям постоянно, я думаю, что нормально будет. Тем более они удобные достаточно. У них вот эта потрясающе красивая, стильная фактура, такая пушистая немножко. Мне кажется, смотрится, конечно, прям бомбически. Сделано в Португалии, кстати. Вообще у Larry Dude почему-то интересные такие места часто указываются, где вещи сделаны. Размер я себе взяла 36-й их. Вообще именно мой размер это 36,5 европейский, но чаще я все-таки беру 37. Он обычно у меня получается с небольшим запасом. Но здесь, почитав отзывы, я решила все-таки брать 36-й. В принципе, подошли отлично. Я думаю, что больше не надо было. Вечная классика, шикарный акцент. Я думаю, что прекрасно впишется в мою любимую нейтральную гамму. У меня много очень бежевого, коричневатого в гардеробе. И вот такая вот именно пара, это прям то, что я давно искала, давно хотела. И вторая пара, очень универсальная, очень нужная для меня. Это просто такие базовые босоножки из двух полосочек черного цвета. У меня на канале вы очень похожие могли видеть, но дело в том, что они как раз были в категории тех вещей, которые мне нужно было заменить, потому что неудачная совершенно модель была, это вроде бы Asos был. Очень неудобные, постоянно развязывались, и на Larry Dude я, в принципе, знала, что, скорее всего, найду какой-то качественный аналог, тем более бренд это Clarks, он достаточно такой надежный, известный, и да, в принципе, вообще не ошиблась. Это восторг, насколько они лично для моей ноги удобные оказались. Это вообще без преувеличения вот самые удобные босоножки такого типа из всех пар, которые у меня в гардеробе есть. У них, видите, такая стелька необычная, в дырочку мягкая. Может быть, в этом какой-то секрет, не знаю. Плюс я заметила, что по сравнению с другими парами, вот подобными, которые у меня есть, они достаточно неплохо гнутся при ходьбе. Блин, грязные. Я в них вообще-то уже ходила. Ну ладно. Короче, да, я прям несказанно рада, что я наконец такого плана в универсальном цвете нашла именно удобные босоножки. Это очень круто. Плюс еще этой пары в том, что у них, видите, вот эта вот часть, где пальцы располагаются, носочная часть, она сделана из кожи гладкой, не из замши. И за счет этого это, конечно, все гораздо эстетичнее выглядит уже, когда их носить начинаешь, потому что когда вот эта вот часть сделана из замши, там сразу такие пальчики появляются, отпечатки. Наверное, все знают. Здесь же ничего подобного. Все чистенько, красиво, эстетично. Очень простая, но очень классная льняная футболка. У нее фактурный такой материал, немножечко просвечивающий. Мне кажется, я даже на канале упоминала, что у меня такая вещь в списке must-have'ов. Конкретно прямо вот в этом материале. И совершенно неожиданно я на Larry Dude наткнулась как раз на такую вещь. Именно вот в этой нужной мне льняной ткани. Плюс меня, что в ней подкупило сразу, это такая ненавязчивая надпись с симпатичным шрифтом на французском языке. Тоже такую небольшую изюминку, деталь продает образу по сравнению с полностью простой футболкой. Вот такая замечательная вещица. Смотрится, мне кажется, в образах интереснее, чем просто базовые футболки. Плюс вот этот фактурный, приятненький лен, конечно, классно ощущается. И он, кстати, не мнется, в отличие от всех других льняных вещей. Вот. Ну как, мнется, но не так сильно. I love you.
вот такая крутая юбка. Я поняла в какой-то момент, что у меня практически нет в гардеробе, даже не практически, а, по-моему, полностью, таких мини-юбок, которые можно вот просто надеть чем угодно и побежать. Таких беспроблемных юбок, удобных. Юбки средней длины и миди есть, а вот мини нет. При том, что я не раз говорила, что мини-длина у меня в приоритете всегда. Поэтому я решила, что это надо исправить и подобрала себе вот такой крутейший вариант. Очень красивая, мне нравится ее фактура. Это смесовый материал какой-то очень интересный. Напоминает тонкий пледик или одеялка, даже не знаю. Но при этом абсолютно комфортно мне в жару оказалось. Мне нравится этот принт, сочетание оттенков, нравится вот эта деталь расклешенная внизу. Ее и за счет материала и принта очень легко сочетать, просто банально с футболками, например, прям как я и хотела, собственно, вещи с серии надел и побежал. Смотрится очень так повседневно, хорошо, а при этом достаточно интересно. В общем, да, классная вот такая юбка. И последняя вещь на сегодня. У меня в списке было именно платье белого цвета из какого-либо приятного материала, очень простого кроя. Тоже из серии как раз нацепил и побежал, так чтобы не думать особо над образом, чтобы оно никак не мешало ничем, не доставляло никаких неудобств, как это иногда бывает с платьями. Или в плане вырезов, знаете, каких-то, или материалов, или длины. И, собственно, поэтому я и заказала этот вариант. Оно на запах очень из такой плотной ткани, это смесь хлопка и льна. Материал вроде бы такой плотный, тяжеленький, знаете, но дышащий, очень приятный. В районе юбки у него есть вот такой второй слой, это полностью хлопок. По фасону мне немного напомнил сначала медицинский халатик, а на самом деле оно, конечно, просто как чистый лист. Чем его обыграешь, так оно и будет смотреться. Шикарные с ним, на самом деле, летние образы получаются, буквально просто, если добавить соломенную сумочку, например, или замшевую, эспадрильи, кеды, все, что хотите, аксессуары, например, на шею или на руки, и все, оно прям идеальное летнее платьице. Но хочу вас предупредить, что если у вас небольшая грудь и в целом, в принципе, такое хрупкое достаточно телосложение, оно может вот вверху топорщиться немного. И на сегодня у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся скоро. И на Инстаграм, кстати, тоже там какие-то образы, путешествия. В общем, вот так.